Вот рядом пруд отсюда, прям выходишь. И вот он пруд метров 30. Вон идет. Иринка идет. Ходили в поселок. Ты все снимаешь? Да, ты. Ходили просто в поселок. Отец с утра тихонько опять сейчас уже лежит. Ну, мы шашлыки сейчас сделаем, не знаю. Вы придете? Ждем, давай. Только я ничего не готовила, не брала. Да что готовить? Вчера вроде сказал, пиво есть, съездил, Сережка взял, а сегодня что у меня ничего нету. Да вино есть там. Отец не знаю, как он встанет, постанет. Шампура не могу найти, ищу. Есть? А что ты не приходила ко мне сегодня? Мы сейчас только Мишку проводили. Она боится одна. Да, что ты боишься? Я ей говорю, давай отведу уже. Нет, и все. Чего ты боишься? Нет, и все, боюсь. Да, маленькая не боялась, теперь боится. У меня же он все открыто было. Я целый день, я до 12 мы с Катей в огороде были. Потом, правда, зашли, побыли. А потом, так мы не покупали ничего. Ну, сейчас опять. Дожарим сейчас. Когда позовем. Черешню одну туда тебе отдала, туда. Завтра будем заново рвать. Там еще стоит, но еще не чашка. Принести еще? Да ну, куда? Я за 2 дня он растолстел. Куда? Ой, прям. Черешни, так папа. Ты прям растолстел. Да какая черешня? Тут не только черешня, тут все. Папа, я сегодня видела эту рекламу. Ну, мы что же сейчас мишки. Как у тебя это? Я карпом рыбу такую съел. Вкусное мясо. Котлеты какие сделали. Борщ, она говорила. Такой борщ вкусный. Да все, по чуть-чуть. Сейчас уже шашлыки, не знаю, куда их есть. Ну хорошо, мы сейчас тогда это. Пошли к вам. Так сейчас моя солнышко, мне полить надо. Ну зайди, Наташа, он там сидит, это за столом лук режет. Просто. Сейчас мне нужно полить. Потом придешь? Да, с Катей приди. Да? Сергея бери. Сергей тоже на автопилоте. Да? Ну вот, и отец тоже. Я не знаю, как они будут. Снимать, а ты снимаешь. Знаете, как она на фоне хрена, как она красивая сидит. Хрен такой, так да. Истинный, а ты такая красивая сидит. Так они сползают с меня, как говорится. Его камера на моей морде так и рисуется. Уже... А, весь Настя любит. Замучил. Да это что, я даже не продохнешь. Ой, да ладно. Да. Я говорю, мы только сегодня совсем без никого и ничего. Целый день в огороде, потом... А с чем надо? Да ничего не делали, не готовили. Не закупорили? Не купорили, веришь, не купорили. Вылезла с утра в огород, там трава. Короче, я до 12 в огороде просидела, а потом я ничего делать не могу. И пластом легла, наверное, часа... 2-3 пролежали, а кушать нечего. Давай встали борщ варить. Борща сварили. Не надо. Макароны, правда, по-флотски сделали. Это чеснок, Олеська. Тебе нравится? Это для соуса. Для соуса чесночок. По-грузински соус. Все шашлыками. И сюда еще по-грузински соус. Ты любишь чесночок и чесночок? Да, чесночок и все, комментируем. Что там? Кинза. Ты уже все сказал. Кинза и соус. Олеська. Все сказано. Уже пора нанизывать, смотри, уже прогорело. Так где? Это что, шампура? Ты не нашел? Хрен какой большой. Не вот это? Ну что, не нашел что ли? Сейчас, ничего, не без кадр. Секунду. А? Да нет. Вот дает. Последний раз их брал. Я-то их вообще. Я шампура не помню, не куда трогал. Положил в прошлом году. Теперь я виноват. Все. Соседи принесли, слава богу. Помогли. Голодающим. Правда, такие шампурики не тоненькие совсем. Неважно, слушай.
как не важно. Важно, те были хорошие, толстые шампура. А это так, детский сад. Какое мясо, какое мясо. Да какое мясо. Вот вкусно. Ням-ням-ням. Можно я пойду? Куда ты пойдешь? К нему в гости. Нет. Не надо. Пожалуйста, на чуть-чуть. Слушай, не хватит шампура. Ты говоришь, мяса мало. Будем уже шашлыки ставить. Перед этим нужно самый сильный жар сделать. Самый сильный жар. Не надо, так не надо. Красота. Вот так. Берем вот так, сюда идем. Вот это вот так и не прогорело. То ли люди не знают, убираем. Что надо делать. Вот так вот делаем. Распределяем. Угли — это абрикос. Напоминаем, это абрикос. Товарищ. И теперь отходите чуть в сторону. Самый сильный жар делаем. Раздуваем. Это для того делается, что поры сжимались на мясе, чтобы мясо сухое не получилось. Да, что ты говоришь? Давай. Ложи быстрее мясо. Мы в ожидании. Не спеши. Не спеши. Спешка не нужна. Ты прям... Смотри. Это неудобно. Игорь, Игорь, Игорь. Тихо, лопата неудобна. Вот. Теперь бегом подбегаем к мясу. Берем мясо. Подбегаем его сюда. И что-то мы немножко много сделали. Нормально. Ну не влазит. Шампуры большие. Короткие. В смысле, мясо длинное. Не знаю, что-то. Шампурики что-то тоненькие, тоненькие. Совсем, ну ничего. Выдержит. И вот так ложим, вот так. Слабенькие шампуры, блин, наши, мы не нашли, свои не нашли. Вот, делаем вот так. Вот так. Чуть-чуть промежуток. О, куда пошла? Я тебя пойду. Тихо. Раздуваем. Жар. Надо жар. Смоталась же. Сейчас поры закроются, переворачиваем сразу, и поры опять закроются, и мясо будет сочное. А если на маленьких углях, то оно будет все, сок испаряться, испаряться, будет сухое. Но шея, конечно, сухая не будет, тут же с жиром, с прослойкой жировой. Ну, извинилась, я все время, ты немножко поднять можешь? Да я шлыки сниму. Да? Да. Это будет никак. Сейчас можно быть повыше. Вот так, товарищ. Сейчас буду шашлыки. Слушай, ты правда свою фотографию повесил на грудь. Похоже? Да. Ну, я его выбирал специально. Классно. А это как говоришь, она бегает туда-сюда. Ребенок мотается целый день. Я не знаю, как она не устает. Вот. Чуть прихватило. Теперь так переворачиваем. Вот так, раз, два, три, четыре, все, прекрасно все. Не хочешь, да? Вредный такой попался. И продолжаем сейчас немножко жару мы. Хоба. И все, потихоньку жарим. Фух, вот так, вот такими вот макаром. Все. А, шашлыки уже готовы почти, скоро будут уже.
соус сделали. По-грузински соус берется, кинза и чеснок. Прекрасно все, что там. Очень вкусно получается. Ну зачем вот сейчас? Жена хочет пиво. И что? Вино ей надоело. Да, вино мне надоело. Не хочу вино, я его не люблю. Не люблю. Такое вино, с ума сойти. Класс. Ты его пробовал? Да. Лучше, чем дома. Вкуснее, чем дома. Ты его пробовал? Да. Когда ты пробовал? Вчера. Как ты это вывез? А теперь заставляют ехать. Я вчера квас поехал, купил. Они все смеялись. Пили самогонку, пиво. Слушай, ты знаешь, ты уже сходишь с ума. Вино, а теперь пиво, некому привезти пиво. Кому ты жалуешься? Ну я на чем поеду? Ты кому жалуешься? Я вот другу жалуюсь. Вот друг передо мной, я вот ему жалуюсь. У меня вот друг есть. Хоть ему пожаловаться можно. Пожалуйста. Жена не понимает, хоть другу пожалуюсь. Господи, а ты понимаешь жену? Жена захотела пива, значит. Все. Жена сейчас захочет что-нибудь еще. Да не захочет. Ты же знаешь, что я мало когда хочу что-то. Да? Да. Мало? Да. Тут шашлыки, блин, надо жарить, ё-моё. И некому пиво привезти, надо же. Это под наши шашлыки. Уже подгорают шашлыки. Шампура. Не получилось. Шампура такие тоненькие. Какое мясо? Ты его. Да нормально все. Чуть-чуть испортил. Прекрасно. Прекрасно. На меня вчера кричал, когда я рыбку поджарила. Вот на абрикосе жарим. Первый раз такое. Дров немного, а жар какой. Сумасшедший жар. Угли какие. Ой-ой-ой. Получилось так, что немножко подгорело даже. Что каждое дерево по-разному жар дает. А от абрикоса сумасшедший жар. Сильный жар. Сгорели шашлыки. Все. Кадр испортил. Есть за пивом. Велосипед же есть? У меня этих штанов нет. Как нет штанов? Юбки мне, так? Ты мне не купил. А что, так нельзя, что ли? Нет. Почему? Да потому. Ну почему? Нельзя. Почему? Нельзя. Свои дашь на прокат? Не налезут на тебя. Ты мне ну, порвешь, вот, чем я ходить буду. Опять нельзя. Ты порвешь, чем я ходить буду. Ну вот, значит, кому? К краю тебе ехать. Угу. Некому больше. Да, ну ладно, вот так. Ой, эх ты. Жердела. Ничего на ней нету в этом году. Чуть-чуть висят. Немножко есть. Пилить. Спилить надо ее вообще. Вон чуть-чуть. Это жерделы. Собачка соседняя. Соседская. Пионы. Курятник, старый курятник. Сарай.
Вот абрикосы. Абрикосы. Тоже обрезали. Где дерево было огромное. Обрезку сделали. А вот спасибо. Принесла квас. Жена. Или это самогонка? Квас за пиво. Нет, давай. Еда наливай. Сейчас выпьем кваску. Ядреный квас такой. От него аж крыша едет. О, да ладно. Круче пива. Зачем тебе пиво? Ой, какой квас. Ты так быстро пьешь горло. Ой. Или сапета? Все, шашлыки можешь снимать. Готовы. Готовы, быстрее, бегом. Пока не сгорели. Ну я тебе говорю, готово. Думал, ты еще проверять будешь. Корка хлеба снимается. Настоящие кавказские парни снимают. Ну, извини, корка хлеба. Я не кавказский парень. Ножом нельзя. А что будет? Ну, обычай. Испортишь, испортишь шашлык. Есть кавказский. Вон дедушка пришел. Да. Ну, вчера вот они посидели тоже. Сегодня тоже посидят. Не, что-то... Чего? Что-то здоровье не позволяет. Да? Что-то... Вот так вот. Плохо. Ну, шашлычки-то можно покушать? А? Поправить здоровье. Да не знаю. Я такой был, что... Лечь. Вот, товарищи, вот так вот. Пейте квас. Будет больше времени. И будет у вас, да, и здоровье каждый день. Не знаю, что за трудовато что-то у меня. Даже не знаю. Ой. В чем причина? Даже не, причины нету. Без причины. Ну как без причины? Вчера хорошо было. Все аккуратно. Так не носили, что ли? Нет. А куда кровь молей? Заведи без. Можно уже подходить. Подходить? Конечно. Подбегать? Давай. Будем здоровы. Давайте. Это мое. Что твое? Квас. На. Давай. За здоровье, да? Да. Давай. Вкуснятина какая. Да, шашлыки хорошие. Мягкие прям. Угу. Тут уже мухи начинают лезть. И мы. Я сам. Супруг. Ой. Ну, все-таки никак не доедет. Ну, она кого-нибудь встретила. Ой, кошмар. Кошмар, что кошмар? Какой салатик вкусный. Где Сережа сядет? Найдем. А, он на земле, на земле, наверное, будет тебе сидеть. С шоколадчиком. Найдет, конечно, здесь. Ой, какая вот эта на земле получилась много. Приправа. Кинза. Кусочки хорошие такие. Вкусненько. Все вкусно. Ну давай, скажи. А может, мусорка далеко? Может, все выпьем. Недалеко. Передышку. Передышка? Пауза? Пауза. Тем более, наверное. Рекламная пауза. Да. Ничего не умеет. И я... Ну там группа маленькая.
Можно, конечно, всех накормить, но никто не будет водиться. Кто будет водиться? Так, чтобы отдать его на целый день. Не, сейчас смотрю, Мишка, ну, это ему все-таки чуть постарше. Это, ну, он уже как-то, если шоку, то я не знаю, выпускаю. Ведь сам уже кушает. Ну, не заставишь ты, конечно. Не могу на ваш шок посадить. Тяжело. После паперса маленькая, тяжело. Маленький был полгода. Не садился, да. Я ж с ним вот самого-самого. Полгода утречком проснемся с ним. Я его раз на горшочек посадила, он все сходил, на горшочек все нормально. Сейчас нет, старше стал, на горшок не посадит вообще. Он прямо вот так выгибается от этого горшка. Вот уже плохо садится. Уже горшки меняли, думаю, какой горшок получше. И мы думали, горшки другие. А потом Дашка зашла в интернет. Потом с мамочками поговорила. От горшка, говорит, это все не зависит. А что вот у них в мозгу откладывается, непонятно. Ну еще можешь принести. Ну хватит, Лиз. Что? Вот сюда кинь вот в угол. Да. И помахай чуть веничком. И все. Этим совком. И сейчас пойдет. Все. Сейчас она. Еще чуть-чуть. Да. Да. Будем. Мультики потом спать. Ну, какие мультики уже? Уже время спать, а не мультики. Все. Только надо вот это. А, звезды. Все, все, сейчас дымом провоняешься. Не надо. Пойдем домой еще. Все, совок. Это чтобы угольков не было. Ложи совок. Это загорится. Не загорится. Ветра нет, ничего нет. Ложи совок. Ночью может быть. Да это они потухнут сами, не страшно. Все, да. У меня первый раз погорело чуть-чуть. Господи.